Я приглашаю всех утром с 7 утра до 8.30 примерно на вот этой поляне. Мы будем заниматься практикой хатха-йоги. Собственно, это и есть самое важное, самое интересное, потому что йога – это практика, не теория. А на 9-й поляне сейчас, после линейки, мы разберем какие-то нюансы, которые способствуют, то есть препятствия, и то, что способствует йоге, достижению в состоянии йоги, и то, что препятствует йоге. А также будем касаться всех тем других мастер-классов, если возникают какие-то вопросы по моему опыту работы в больнице, как не подставиться, как не попасть, по опыту работы в роддоме есть какие-то советы. Но в основном это будет все-таки, мне бы хотелось, чтобы задавали вопросы по практике. Всем спасибо. Да, занятия мастер-класса будут только после 12.30, то есть другие линейки отменяются, и темы, которые будут другие дни на... Там сколько, 3.30, да? Они переносятся на вот на эту, на дневной мастер-класс. Спасибо. Сергей Валерьевич, будет 12.30 на 9-й полянке.